Этот вопрос сегодня стал главным на заседании коллегии краевой прокуратуры, которую провел Сергей Табельский. Участие в совещании также приняли губернатор региона и председатель законодательного собрания. Несмотря на прилагаемые усилия, нередки случаи, когда на официальные жалобы люди получают отписки. Нарушаются установленные законом сроки рассмотрения. Обращения не всегда даются письменные ответы. На них распространена практика направления гражданам формальных отписок. По постановлениям прокуроров за такие нарушения только к административной ответственности было привлечено 677 должностных лиц. Не просто дать ему ответ и снять с контроля это обращение, что ответили, а насколько мы на самом деле смогли помочь обратившимся. Вот это должен быть показатель, а не эта отчетность, что у нас вот там в процентном соотношении практически 90%, 95% мы отвечаем. Это же всего лишь бумага на бумагу. Но если мы отвечаем бумагой, то там крик порой, крик о помощи. Поэтому, коллеги, призываю не просто ответить, а ответить действенно. Так, чтобы обратившийся получил удовлетворение, либо решение проблемы, с которой он обратился. Вот что сегодня важно. Решение проблемы. Вениамин Кондратьев также потребовал наладить в краевой администрации обратную связь с людьми, которые направляют туда свои обращения. Те вопросы, которые чаще всего задают люди, должны становиться темами профильных совещаний.